Интернет-магазин Good Steam. Лицензионные компьютерные игры по самым доступным ценам. Магазин является официальным партнером с компанией 1С Soft Club. На все игры пожизненная гарантия. Ежедневные акции, конкурсы, раздачи. Система накопительных скидок. Имеется своя группа ВКонтакте. Также здесь проводятся интересные рандомы предметов по CSGO и не только. Можете испытать удачу и выбить себе классный ножик. Промокод на скидку всем подписчикам вы найдете в описании. Всем привет, с вами Акул, и сегодня я снова буду ловить читаков в CSGO. Это уже, по-моему, четвертая серия. В общем, в прошлой серии мы нашли... О, прикольно. Так, статтрек, тигр. В общем, в прошлой серии мы нашли явного читака. Возможно, даже был АИМ, но я был не уверен. Поэтому, ребят, сегодня загрузим новое дело. И, как всегда, я буду, как сказать, строг и в то же время очень внимателен, если соперник... прям вот сильно палится, тогда я буду говорить, что это либо АИМ, либо ВХ, либо неподобающее поведение. В общем, мы очень справедливые судьи, я справедливый судья, и вы, мои зрители, тоже. Обязательно напишите в конце видео комментарий, читер ли это или нет, и вообще, нравятся ли вам такие ролики. В общем, загрузочка идет. Пока загрузка идет, я могу посмотреть вот на это. Посмотрите, Dust 50 на 50 практически выигрывают раунды. Интересно, да? Здесь Данюк преимущественно выигрывает менты. Инферно менты. Ну, уже не так сильно. Мираж тоже менты. ДКБ, ну, Cobblestone? Да ладно! Cobblestone или это КБ был? Cobblestone 50 на 47, я думал тут 60 или 70, окей. Декэш 54, так, извиняюсь за ВКонтакте звук, блин, я забыл выйти, сори. В общем, ладно, поехали. Рассмотреть случай. Овермач, окей. Овервотч, овермач. Так, в общем, наш же саспект играет, так, мне надо убавить звук, потому что это не очень громко, здесь не обязательно слушать по звукам, я считаю. В общем, за саспект играет на карте Денюк, ему уже не шают, так, он откидывает дефолтную флешку, сам себя слепит, уходит, окей, пока что ничего такого сверхъестественного не произошло, так. Окей, если бы он запрыгнул, то я подумал, что это профессиональный, ну, прям четкий игрок. Ага, окей, ну, здесь по дефолту увидел, убил. Ну, чуть-чуть было палево то, что это АИМ, но, может быть, это лаг демки, возможно. GoTV лагает, поэтому это еще не факт. Так, ну, он чекает позицию по дефолту, берет АВП, и вот с АВП будет легче определить, читак он или нет. Так, ну и увидел ствол, убил, дефолтная позиция, пункту увидел, убил. Все пока что нормально. Если даже он читер, то он не палится. Так, откидывает флешку. Зачем-то своему, когда в лобби свой был. Непонятно. Так, скрип открывает. Все нормально. То есть он открыл и навелся после того, как его увидел. Так, он не знает, где последний, чекает углы. Его, ну да, пока все вроде бы нормально. Он сделал минус 4 и... ни разу не спалился, я бы сказал. Все было четко и... возможно, АИМ, да, его зарепортили за АИМ, но мы сейчас это выясним, ребят, сейчас выясним. Пока что рано судить, мне кажется. В общем, он бежит на рампы, здесь уже кто-то рашит, он слышит, по идее слышно было. Опа-на! А вот этот выстрел был очень подозрительный, потому что он был на ходу, в принципе, я тоже так стреляю, но... Он очень-очень подозрительно выстрелил. И у него как-то, знаете, пушка... Может быть, это лаг демки, но мне кажется, что чувак чуть... Опа, здесь опять дернулась мышка. Возможно, у него нет ВХ.
точнее, невозможно у него пока, я не говорю, что нет ВХ, но вот АИМ, ребята, как бы он чуть палится, да, здесь чувствуется немножко АИМа. Ладно, смотрим дальше, это уже 12-й раунд, наш террор выигрывает, идет карта КТ, ну, терроры просто делают изи карточку какую-то. Выходит с ВП наш саспект, хаешки, откидывает контры, но, в принципе, один хп всего лишь отняли, так он ждет, ждет. Он не знает, что прошел вправо, так по инфе знает, но ВХ здесь нет, ребят, ВХ здесь нет пока что. Может быть, он потом подрубит так. Угу, он ждет и, окей, он убрал прицел после того, как понял, что тут не будет выходить. Ну, в принципе, так, хае. Хая под ной, которая его не взорвала, странно, здесь бы отняли, так, убил, и, в принципе, ага, опа-на, ну, знаете, мне кажется, АИМ есть, да, я пока что не уверен, но где-то на 60% могу сказать, что АИМ есть, и ВХ нету, пока что ВХ нету. Действовал он предельно, если даже у него ВХ есть, но он действовал очень умно, так сказать. До конца, конечно, ни в чем уверен я не могу быть, но пока что АИМ на 60% у него точно есть. Потому что он, я не видел, чтобы он промахивался, просто он какие-то ваншоты выдает. Ну, АВП само по себе с одного потом делает. Но... Да, чуваки, он палится с АИМом, я бы сказал, но не в СВХ. Так. Дальше он чекает гараж, потому что думает, что там за дропом пойдут. Не, ВХ тут нету точно, ребят. Здесь 0%, я точнее 100% уверен. Так, вот здесь промазал. Угу. Ну, может быть, потому что его... Нет, хотя он первый выстрелил. Странно. Здесь, по идее, если бы АИМ был, он бы попал. Ну, возможно, он выключил как-то. Я не знаю, читы, поэтому никогда ими не пользовался. Поэтому не знаю, как работают читы. Так, спрыгнул один, попал, но не убил, в ногу попал, окей. Так, ждет Венс, ну, тиммейт убивает, окей. Ну, знаете, я все же не уверен, что у него есть АИМ, не уверен, не до конца. Может быть, он так реально ебашит, серьезно. Извиняюсь за мат, но по-другому я сказать не мог в этот момент. Так, опять рашит рампы, распрыг, убивает первого, убирает второго, и... Опа-на, здесь был префайр, ребят, здесь был четкий префайр, но, я повторюсь, возможно, это лак, может быть, он просто на удачу стрельнул. Да, сложный подозреваемый нам попался, потому что пока не ясно. Не ясно, АИМ ли это, либо, может быть, ВХ. Но пока что он спалился в двух моментах. Когда кидал ХАЕ, но потом он, типа, не увидел его и резко убил. Но, хотя там не паливает, там нормально все. Пока что в одном моменте, я вам скажу, он спалился. Пока в одном моменте с ВХ и очень много моментов с АИМом было подозрение. Но пока я с уверенностью не могу сказать, что это АИМ. Смотрим дальше, надеюсь, нам покажут больше моментов, где он запалится. Так, в этот раз он решил откинуть флеш. Так, тиммейты говорят, что зарашили, но тиммейты сами справились без него. Так, он знает, что на рампах обычно кто-то стоит, откидывает стандартную хаешку. И, по идее, он не знает, что слева. Слева он не знает. Вот сейчас увидел. Сейчас увидел, да. Сейчас все нормально. Сейчас действовал все нормально. Так, на девятке последний. А, еще двое ментов. Два в три ситуация. Так, последний мент остается. Он увидел его и убивает. Окей. Первая сторона завершилась 12-3. Наш The Suspect пока не палится, я вам так скажу, с ВХ. И чуть-чуть палился с АИМом. Но, возможно, я ошибаюсь. Поэтому, когда я не уверен, я не буду обвинять никого. Так. Ага. АИМ. Ой-ой-ой, ребята, вот сейчас это было очень жесткое палево. Я понимаю, что, возможно, это Эдвард стреляет с ЕСПК, ну, так, стрелять хеды, от них хеды ставить, хоть и он и промахивался, ну, не все ваншоты, но все равно это было очень
Я бы сказал... Ну, есть подозрение на АИМ. Блин, я даже не знаю, ребят, не знаю. Ой-ой-ой, какой же сложный выбор. Ну ладно. Помощь прицеливания, помощь обнаружений. Недостаточно доказательств. Другие вспомогательные средства. Недостаточно. То есть это спидхак, там, увеличение скорости, все дела, этого недостаточно. Неподобающее поведение. Ну, сами по себе читеры, они... Есть убедительные основания, но неподобающее поведение, я так понимаю, это если он стоял АФК, мешал, бросал бомбы в места, где нельзя взять, короче, убивал своих, ну, в общем, здесь все чисто. Вот это вот, ребята, здесь я не уверен, что здесь не было АИМа, но в то же время я не могу поставить недостаточно доказательств, потому что вдруг это читер, и я его пропустил. Было, знаете, примерно момент последний, где он с юспака делает одни ваншоты, хедшоты. Это был первый момент. И, ну, точнее, последний момент. И еще, когда он с глока развернулся, когда убил на рампах. Два раза, при том, да, все-таки я поставлю убедительные основания, пусть его... проверит еще раз, не знаю, может быть, если бы дали мне больше демок, где он использовал тот или иной чит, тогда я бы сказал с уверенностью, есть ли там АИМ. Но пока что не с уверенностью, но я не хочу делать недостаточно доказательств, поэтому, ребят, всю критику пишите в комменты. Ваши, так сказать... ваше мнение обязательно напишите. Вдруг я обязательно прочитаю ваше мнение и как бы подумаю. Вдруг я ошибся. И вдруг и там вообще есть ВХ. Вот. В общем, опубликовываем вердикт. Отложить судебное решение я не хочу. В общем, ребят, вот такой вот нам сисаспик попался. Неявный, хитрый читер, я бы так сказал. Точнее, как хитрый, он просто аимил. Но был один очень палевный момент. Ну, как говорится, все возможно, но я уже обвинил его в аиме. Так что, ребят, пишите комментарии, как вы сами думаете. Кто впервые как-то сюда попал, подписывайтесь на канал. Вас ждет много таких видосиков. Да, пока.